Ну это тоже обязательно. Да. А, там, подожди, сзади еще надо вырубить. Так, мне надо. Подожди, я конфетку загрузу и все, подожди. Давай. Загрыз конфетку насмерть. Все готово. Refuge. Новая. А, блин, музыка. Новая, прекрасная игра. Мужастик профик сыграли, возможно, только название скажи. Я, собственно, на своем-то канале много чего играл. Так, ну что, будем начинать Refuge? Я вообще эти названия впервые в жизни слышу. Так даже. Это инди-проекты, что ты хочешь? Я их специально искал, я знаю сколько. Так, I am alone, я сам. Вон, Бабану говорит, дом надо строить, поэтому он, короче, почему смотрит. Почему так темно? Мои глаза. Я, наверное, сплю. Тоже, видишь, типа, только это я сам бегу. Так, что он пишет? My office block не отвечает игра. А, о, прогрузила. Так, слушай. Следуй за деревьями. А, отлично, нажал Escape, игра закрылась. Шикарно. Попытка номер два. Так, репортаж я смотрел все две части. Первая нормальная, вторая оккультная херня какая-то, третья вообще убогая, не знаю. Так. Просим прощения, если с игрой что-то пошло не так. Я отвлекаю народ, ты не обращай внимания. Да, отвлекай. Ванна, говорят, поиграйте. Ванна? Не, ванна. К сожалению, Анна 18+, мы не можем, извините. Чего? В прямом эфире это выдавать. Разве? Мне сейчас, секунду, кое-что надо свернуть. Оп, вот так. Чтобы я мог видеть, что мне пишут. Люди опять спрашивают, сколько тебе лет? Мне 92 года. Да, 92-го года, скорее. 95-го, вообще-то. 18. Я говорил, мне 18. Так. Скотина. Follow the tree, find the light. Иди к деревьям. Годоту на миде сливать. Все люди ужаснутся. Это что, курсор даже в игре не убирается? Это, короче, самое страшное вообще, по-моему. Ну да, не работающий фонарик, как всегда. Плохие звуки. Звуков я не слышу. Ну и слава богу. Эпилептикам в это играть не советую. Да. Манекен. У меня с Блэком есть одна общая черта. Мы ненавидим манекены. Так, там выход. Да все, хватит. О! Куда музыка пропала? Так, мне кажется, ли манекены тебя преследуют? Они меня преследуют. Куда музыка пропала? Это я что-то не понимаю. Ой, еще у меня тут прям в рука появилась с фонариком, и вроде не было. Реально у тебя было. Это было очень плохо. Что потому что музыки не было, и такой пум! А, вот манекен. У меня звук приглушен, так что я не завизжал. Слушай, смотри, они тут идут. И игра стоит на максимальной громкости. Не, ну я на стриме убавил. Просто здесь она очень тихо. Есть... Блин, манекены, я тоже манекеном боюсь, нахер вообще, они страшные такие. Как будто, да как будто у людей души отобрали и, короче, заставили их одежду мерить. Он тупо идет за мной, я тебе отвечаю. Так. Стоп. А ну-ка, идите вы в баню. Так, где свет? Где свет? О, да все, хватит. Ой. Так, я уберу полноэкранный режим, думаю. Не убирай. Если я закричу сейчас, я просто вообще перепонки у себя хлопаю. Отвечаю, он идет за мной. Это лес из Слендера. Не знаю, но мне сказано идти за деревьями. О, меня не...
Манекен, уйди отсюда. Я хочу кушать, дайте покушать. Кушай! У него, кстати, блестки, он модный. Да баобабы какие-то вообще. Да, это по ним пройдет. Да хватит за мной идти! Они не могут идти, у них нет ног, они телепортируются. Блин. Оху, тихо. Хорошо, что у меня дома нет манекенов, я бы не уснул сегодня. Что за звук? Ла, блин. Манекен-насильник. Манекен-насильник, это сильно. Нет, я куда-то не туда, походу, вернулся. Все, манекены. Говорят, погромче звук в игре делай. Нельзя. Смотри, он забагал. Забаганный манекен. Не знаю, у меня 10 секунд. Страшный сон продавца костюмов. Страшный сон ребенка в одежном магазине. Вообще, сейчас опять звук пропал в самой игре. Но он при этом сейчас где-то бам-бам. Как знал. Блин, мне нравится, мне сказано идти на свет. Где свет? У тебя в руках фонарик, иди на него. Так, как повернуть фонарик лицом ко мне? Тебе надо, говорит, край говорят, карты. Говорят, иди напротив двери сразу прям. О! Ололоев. Ты сломал игру, короче. Смотри, вот за мной летит. Блин. Все, этот. Мы, короче, выиграли. Да, явные пики. Смотри, вот. Я иду, и он за мной летит. А сейчас он так тебя догонит, и, короче... Вот это прикол. А заметь, карта все дальше и дальше. Ну, карта-то маленькая. А где второй манекен? А один только летит. Ладно, походу, с этого явно надо заканчивать. Тут все ясно. Манекены за мной ходят, провалились под пол. Это слишком.